Вначале было Слово, все создав собою, в нетленной славе вечного Отца, стоит теперь перед глумящейся толпою в кровавых ранах от тернового венца. Был выведен на суд перед своим творением, в земную плоть одетый Божий Сын, на тех, кем встречен был с безумным поношением, смотрел с помоста Бог и Властелин. Что истина есть, был вопрос Пилата, и не дано было ему в тот час понять. Ту истину, что вскоре будет им распята, ее лишь только можно истиной назвать. Вот суть его не в том, что исцеляет, творит с великой силой чудеса, на том кресте, что воин поднимает, там тот, кто есть он, истинный мой царь. Но для